яркое солнце на небосводе. Комета пролетает вдаль. Кусочек астероида отпал на комету и полетел на планету. А на планете только-только зарождается жизнь. Этой новой жизни, в том числе, будем, ребята, мы. Мы будем добрым травоядным существом. Вот такой вот тип клетка. Ну что, поехали развиваться. Что ж, это хороший, добрый такой. Он кушает только травку зелененькую. Опа! Так, раз, но он ест. Поэтому нам нужно избегать хищников. Оп, выросли. Потихонечку будем расти. Фига там есть существа. Страшные. Все, что зеленое, это наше. А все остальные нас могут съесть. Вот, как, например, вот этот. Какие обломки метеоритов стали источником? Слава богу, мы стали всех есть. Но мы будем развиваться потихонечку. Травоядным существом. Ну что ж, ладно. Нам нужно взять эту штучку. И мы можно атаку какую-то придумать. Вот эти существа тоже, кстати, едут. Используйте зов, чтобы найти партнера. Ищем партнера. Вот, да, партнер огромный. Сейчас мы будем развиваться, развивать ДНК. Можно красить, кстати. Ну, мне нравится этот цвет, который у нас выбран. Так, так, отмена. Желтенький цвет. А какие глазки сделаем мы ему? Желтенькие пускай. Все хорошо. А название вида стрекозы. Потом сделаем еще крылья. Хорошо. Вот у нас стрекоза. Пока личинка стрекозы. Не знаю, какая стрекоза у нас получится. Но, чтобы быть стрекозой, нам нужно побольше кушать. Подожди, а почему стрекоза? Нет. Надо будет изменять название. Козы, они же хищники. Ну, мы будем такой непонятной стрекозой. Смотри, хищники меня хотят съесть. Блин, вот они летят на меня прям сразу. Гадина. Ах ты, гадина, не нафиг. Ну, я очень быстро, кстати, плаваю, поэтому я уплыл от нее. Надо быстрее мне поесть. Блин, они тоже жрут зеленую водоросль. Да, вот они, смотри, а? Ну, я с ними ничего не смогу сделать. Я могу только отбирать у них еду. Блин, а смотри, они у меня забирают все. Нет, 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 это я съем. Спасибо. Опа, это охотник. Вонючий. Ай, второй охотник. Они меня убить могут спокойно. Так, увеличиваемся. Смотри, каждый раз мы увеличиваемся, и тут новые какие-то злодеи ходят, которые живут в нашем углу. Ладно. Отправляемся куда-нибудь в другое место. Много еды для красненьких. Ай, но нам это не нужно.
выбрали, что мы травоядные. Ну, кстати, я думаю, мы можем превратиться и в хищника в любом случае, потому что здесь многое зависит от того, какую еду ты будешь есть, если ты будешь есть, например, вот эту. Но он вот эту не ест, смотри, видишь, он не ест. Ох, нифига, сколько тут еды, смотри. Какой-то гад подошел. Рядом жрет. Отвали. Дай мне немножко поесть. Слушай. Мне нужно увеличиться, слушай. Есть. Опа, офига я его достал. Блин. Так, гад, интересно. Все сожрал. Ладно. Тут прям монстры такие летают, хотел сказать, плавают. Так, давайте идем на зов любви. И будем эволюционировать. Можно клешни добавить. Стрекозы. Ага. Что еще можно добавить? Еще одну можно клешню. Вот так даже сделаем. Давай так сделаем. А, глаз бусинка. Зрение плюс 5. У стрекоз же много глаз, правильно? Я думаю... Я думаю, так сделаем. Угу. Жгутики слишком дорого. А, еще плюс зрение. Шип. Атака и разрушение. Шип. Давайте сделаем шип. Почему нет? Вот так сделаем. Шипики. Хорошо. А больше у нас, к сожалению, ничего нету. Ладно. Поехали дальше. Стрекоза. Прикольная, смотри. Столько клешней. И есть два шипа. Сможем кого-нибудь ловить. Есть. Оп, еда, еда, зеленая еда. Блин, а чё? Не ешь? Тебе нужно мясо, что ли? Прикинь, вот это мы эволюционировали на мясо. Да, мы стали жрать мясо. Мы так устали есть траву, что нам захотелось кушать мясо. Ну ладно. Эволюционируем в какую-то другую сторону. И нафиг, у меня же шипы. Ну пофигу. Да, надо было мне шипы. В одном месте сделать. В другом, Саш. Давай сюда иди. Плыви, плыви. Я буду теперь мышкой руководить. Мышкой удобнее, кстати. Воды мощный. Плывем. Вот мясо, 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 мясо. Мы стали мясо жить. Нормально. Из травоядного превращаемся. Ух ты, это что такое? Вау, очки выделения яда. Я открыл выделение яда. Офига себе. Ну, а как мне выделить яд? На пробел? Или куда? Мясо. Прикольно, у него столько этих щупов. Сторон ест. Ах ты гад, подожди, я тебе сейчас яд выделю. Высокая скорость, разворот, скорость увеличивается. А тут выгодно нападать на кого-нибудь. Смотри, вот видишь, волна идет. Мы сейчас по волне по этой поплывем. И куда-нибудь выплывем прям с бешеной скоростью. Сейчас на этого нападем. Ах, нифига, у него тут шипов сколько. Эй, хватит меня жрать, все, 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 договорились. Алло, он меня убил. За что вообще, я не понимаю. Он меня убил.